Так слышно. Обещанной авиации не будет, пока мы не захватим посадочную площадку. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Захватишь площадку, пришлю поддержку. Намат, штаб так и не выяснил, куда подевался генерал Кхон. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Там ты наверняка сможешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Приветствую и добро пожаловать в Crysis Remastered. Это первый видосик в новом году. И пользуясь случаем, ребят, еще раз всех вас поздравляю. Желаю всем добра, удачи и счастья в новом году. Но с поздравлениями я закончил. Прямо сейчас мы с вами будем пытаться проникнуть на вражескую базу. Противников тут просто дофига. Твою мать, еще и танк. Это уже совсем жестко. В лоб не пройдешь. Даже наш нанокостюм не выдержит попадания из танка. Может, попробуем включить инвиз и втихую на базу проникнуть. Блин, но этот кореец перекрыл нам вход. Пришлось его убить. Может быть, надо было предварительно глушитель на автомат поставить? Чё-то я не подумал. Да ладно, пофигу уже. Нам главное, чтобы нас танк не запалил. Пехота это так. Тьфу. С ней мы легко справимся. Хотя, возможно, я поторопился с выводами. Что-то нас конкретно нагибают. Но ничего. Сейчас мы их нагнем. Обойдем только их вот здесь. Парочку уложил, но большинство засело в этом здании. Как бы нам в него проникнуть? Ну, держитесь. О, так нам сюда и надо было. Да, здесь у нас какое-то дополнительное задание. Неплохой здесь арсенал. Отвали, мразь косоглазая. Вот докопался-то. О, отлично. Ракетница. При помощи нее мы сможем уничтожить танк. А то он ездит, тут мешается. Сейчас я им займусь. Доделаем только тут дела. Отлично, сынок. Теперь мы точно знаем, где Кхон. Он в шахте, заложники там же. Посмотри на карту. Твоя задача освободить людей. Выполняю, майор.
Но мы все равно собирались в шахту. Так что все эти дополнительные миссии — это просто попытка растянуть игру. Зараза. Грёбаный танк. Он меня не слабо потрепал. Ща дождемся, пока здоровье и броня восстановится. И зададим ему жару. Одного меткого попадания хватило. Только вот сюда еще солдаты набежали. Да ну. И кто же меня остановит? Уж точно не вы. Эти тупые дегенераты столпились у входа. Искусственный интеллект, конечно, полный ахтунг. С другой стороны, что требует с игры 14-летней давности? Хотя есть же такие игры вроде Фира, которые постарше будут. Говорят, что там с искусственным интеллектом все в порядке. Но я, если честно, не играл ни в одну из частей. Но если вы хорошо попросите, ребят, возможно, что в будущем мы запишем прохождение... Почему нет? Но это потом. А сейчас нам нужно добраться до шахты. Это достаточно далековато. Возьмем машину. Поехали. Так точно, выполняю. Фак. Это оказалось не так просто. Врагов как-то ну слишком много. Они чуть не уничтожили мою машину. И меня вместе с ней. Давайте возьмем другую. И аккуратненько будем отсюда их расстреливать из пулемета. Именно этим я и занимаюсь, полковник. Местность зачищена. Осталось лишь вертушку сбить. Ну давай же. Да гад, а? Повис прямо надо мной. Не дает прицелиться. Может, из РПГ его сбить? У меня там ракеты остались. Не, лучше из пулемета. Ладно, сволочь. Попробуй догони. Есть. А вот и наши. Намат, пойдешь вперед. Задача проникнуть
Удачи, сынок. Слушайте приказ, морпехи. Займем оборону и будем удерживать периметр. Занять оборону! Живо, ну! А, погодьте. Я думал, мне им надо помочь. Но нет. Моя задача найти Кхона. Он как раз таки в шахте. Едем туда, как и собирались. Спасибо, что преградили путь. Больше сесть негде было, да? Еще эти уроды. На джипе мне их не достать. Придется разобраться с ними на своих двоих. Ух ты, тут какой-то пулеметик валяется. Вот из него мы их расстреляем. Все, это был последний. Продолжаем путь. Попробую. Правда, в одиночку это сделать сложновато. Вы не можете прислать мне роту другую, солдат? Как всегда, всегда приходится полагаться только на себя. Ладно, я уже привык. Очень вовремя. И это когда я уже в шахту захожу, да? Приготовься, молот. Сейчас к входу прибудет подмога. Подмога в смысле вы? Или ты имеешь в виду вражеская? Вот этот момент я не понял. Заложников. До заложников еще дойти надо.
А тут против меня целую армию выставили. Причем некоторые враги в нанокостюмах тоже. Благо, что у них хотя бы дешевая копия. Они не такие бронированные, как мы. Да сколько вас там еще? Дайте мне зайти. Все спокойно. Нафига? Тут и так достаточно светло. Или чё, ПНВ научился местоположение передавать, что ли? Очень странно. Достаточно энергии. Почему-то во время контрольных точек игра начинает подтормаживать. Ну хорошо, хоть только во время них. А не как год назад. Это был просто ужас. Игра выдавала кадров 15, не больше. Это было настолько неоптимизированное говно, что просто кошмар. Сейчас хотя бы игру починили. Но игра все равно говно, как по мне. Не люблю я ее. Хотя, когда она только выходила, а было это в далеком 2007, я в нее играл достаточно много. Уж не знаю, чем она меня тогда цепляла. В то время выходили игры и получше. Тот же Сталкер, например, который я вообще обожаю горячей любовью. До выхода второй части мы с вами обязаны его добить. Я его начал, но забросил. Уж больно много игр выходило. Времени ни на что не хватает. Yeah.
Все это из-за объекта. Слышали, что сказал мой отец? Он хотел предупредить вас. Мы не можем ждать! Заряды готовы? Мы готовы. Включите детонаторы! Включаю детонаторы. Группа Альфа, внимание! Что ты делаешь? Сейчас же включи генераторы! Напряжение нестабильно. Кто-то вытягивает из них энергию. Это саботаж! Починить! Живо! Я пытаюсь. Ответ поглощает энергию. Включить резервные генераторы! Резервные генераторы. Я слышу Кхона. Мы уже близко. Необычное электромагнитное излучение. Параметры меняются. Там внутри явно что-то происходит. Послушай, перед тем, как связь пропала, с раскопа пришел сигнал... Это уже не важно. Генерал, что-то передает сигналы в эту постройку. Нам надо выяснить... Хватит! Так, вот и убийца, который положил моих людей. Спасибо, что пришел. Взять его. Береги силы. Твой нанокостюм отключен. Твой путь окончен. Генерал, интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Хватит лицемерить, доктор! Мы все знаем, что это не просто храм. Разве ЦРУ будет интересен храм? Разве Пентагону будет интересен храм? Разве ему будет интересен храм? О чем вы говорите? Кажется, мы открыли самый мощный источник энергии в мире. Возможности безграничны. И ваше правительство тоже хочет проникнуть туда не менее, чем мы. Я этого не допущу. Черт, энергии мало! Держи напряжение! Время. Прошу, вы не понимаете, что вы делаете. Действуем по плану. Она права. Остановитесь! Вы убьете всех! Боже мой! Молчать! Нет. Группа Альфа, внимание! Смотрите на великое свершение! Взрывайте! Взрывайте! Боже мой! Нет! Это ты ему или мне? Ну, скорее всего, мне. А как я его остановлю? У меня все пушки забрали. А голыми руками с ним не повоюешь. Значит, надо найти оружие. Снайперка. Не самое лучшее оружие для ближней дистанции, но хоть что-то.
Он сдох? Это саботаж! Нетушки. Стало быть, придется с ним повозиться. Максимум брони. Пережил два попадания в голову. Ну просто киборг какой-то. Подождешь. Еще не поздно сдаться. Ну все, надкинул копыта. Это был достаточно легкий босс-файт. Теперь можно выбираться отсюда. Давай! Да я уже здесь, ну... Надо выбираться отсюда. Похоже, выход где-то на верхних уровнях. Идем. Кто вы? Боец спецназа США. Мой папа. Он остался там, на раскопках. Он не выжил. Извини. Этого я и боялась. Здесь есть другой выход? Нет, вряд ли. Номад, как слышно? Это Гриф 4 от майора Стрикленда. Я здесь, Елена Розенталь. Нужна эвакуация. Сможешь пролететь в пещеру? Черт, Номад, не слишком ли... Ладно, жди, снижаюсь. Вытаскивай нас отсюда. Здесь все рушится. А меня также поймаешь? Номад, гора рушится! Мы не можем оставаться здесь! Не бросайте его! Мы принимаем твой сигнал. Номад, выбирайся на поверхность. Мы тебя подберем. Ага, подберете. Нормально вообще. Нас решили тут бросить. Чудесно. Похоже, мы остаемся.